Всем привет. Вот такая вот большая посылка. Это с 11.11. Сегодня 23. Но пришла еще 21. За 10 дней, блин, доставили очень быстро. Здесь должен быть эндоскоп. Эндоскоп — это такая штучка, которая... Сейчас все увидите. Wi-Fi. О. По цене он там что-то около 1,5 штуки стоил. Ну, сейчас посмотрим. Вроде... Ну, так он больше, конечно, игрушка, чем настоящий эндоскоп. Взял, так как мне надо иногда заглядывать в такие места, куда заглянуть очень сложно. Так, 8 миллиметров должен быть. Заказывал 8 миллиметров. Эндоскоп, Wi-Fi, 720p записывает, да, 8 миллиметров. Так, и здесь я показывал, да? Ну, глянь, ничего даже не помялось практически. Растет наша почта. Растут китайские упаковщики. Wi-Fi. Камера. Включить, выключить. Зарядка. Значит, автономно работает. Отлично. Так, это... Еще не знаю, какие-то прибамбахи. Зеркальце. Пружинки. Это, по-моему, сразу к компу подключать, что ли? Да нет. Пока, короче, разберемся. Присоски какие-то. И здесь 5-метровый должен быть шнур. Еще какой-то шнур. Это типа адаптера, что ли. Ну, здесь микро-USB. Пусть будут. Еще присоски. Такая вот литературка на английском. Ну, такая сложная штука. Ладно, разберусь, покажу. Значит, тут микро-USB. Вот сам эндоскоп. Что он тут? Ну, поначалу вот докуда-то кабель такой. Жесткий. Ну, это и хорошо. В принципе, яркость вот тут регулируется. Наверное, здесь камера и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 светодиодов подсветки. Напоминаю, камера должна быть 8 миллиметров. Сейчас поближе ее покажу. Так, ладно, тогда отложим пока. В общем, прошло около 2 года, как я, ну, типа, как я купил этот аппарат. В общем, смотрим. Сейчас так чуть-чуть поподробнее, ну, постараюсь по-быстрому все рассказать. Коробка еще цела. Значит, что?
тут мы имеем. Я там вначале не сказал, это вот это регулятор яркости светодиодов на камере. Вот. Провод 5 метров. Готово, да? Так, это присоски, значит, наклеиваются на... Ну, сюда можно наклеить, вот, на тремовский скотч, а потом этой присоской приклеить, если без чехла, то к телефону, чтобы... Ну, не знаю, надо ли она это к телефону. Тогда уж лучше в телефон купить камеру, чтобы втыкалась. Вот. Значит, что тут мы имеем? Это кабель зарядки. Кабель зарядки. Это... Этим я никогда не пользовался. Ну, в принципе... Не будем вдаваться в подробности. Вот. Так, два комплекта присосок. Так. Ага. Сейчас еще по-быстрому покажу. Вот эти прибамбахи. Вот эти прибамбахи. Значит, первый прибамбах — это крючок. Сейчас я... Кабель такой, ну, жесткий. Жесткий и гнется, как вам надо. В общем, смотрим, да? Крючок. Значит, а это пластиковая штука, одевается вот так. Но сначала ставится крючок. Ну, в общем, должна одеваться. Я не знаю, так, что у меня тут. А, о, блин. Извините, тупанул. Вот так это. Вот так, раз. Вот здесь отверстие. Я так понял, это вот сюда. Раз. И тогда, да, вот тогда одевается. Это крючок для чего? Значит, там, допустим, в умывальник там, ну, пример такой, в умывальник уронили кольцо, там, ну, что-то такое, какой-то предмет, сережку, там, такое, что может провалиться в эти отверстия. Включаете камеру, ныряете этой камерой туда в воду, ну, дождаться, пока она отстоится, конечно. Вот, ныряете этой камерой в воду, она водонепроницаемая. Включаете свет, ищете там колечко, ну, допустим, колечко упало, и пытаетесь его зацепить. Конечно, не так легко будет, ну, возможно, вот, достали, да? Следующее. Чик, чик, снимаем. Следующее у нас... Магнит. Магнит выскочил уже почему-то. Так, магнит. Также. Раз. В какой-то там труднодоступном месте. Ну, так быстро, блин, не получается, как хотелось бы показать. Просто это надо... готовится. Вот здесь магнит. Значит, если у вас там что-то падает такое, ну, что магнитится, серебро вот не магнитится, ну, какая-то там, может, гайку вы там что-то уронили, ну, что-то такое, тоже опускаем, включаем камеру, светим, смотрим, достаем. На 5 метров можно опускать. Так, это тоже показал. Ну и заключение такое вот еще.
предмет. Тоже, но ими я еще не пользовался. Ну, в принципе. Так. Это зеркало. Значит, вы опускаете, и под 45 градусов можно что-то, там, стенку какую-то посмотреть. Ну, например, в цилиндр, в свечку вы опускаете. Головку, конечно, не посмотришь. Ну, цилиндр так, более-менее там, на предмет задира какого-нибудь можно посмотреть. Но, опять же, повторюсь, я этим не пользовался, пока не пригождалось. Может быть, ну, есть, как бы оно и есть. Так, сейчас уберу. Так, поехали дальше. Значит, Wi-Fi модуль. Здесь стоит батарея, зарядное устройство, ну и программы. Значит, за 2 года что у меня? Плюс фонарь есть. За 2 года отвалилось зарядное устройство. Ну, перестала заряжать, значит, я приспособил сюда, ну, всем известную такую плату. Ну, не буду сейчас разбирать, подключил ее к, там, разъем такой, фишечка, которая шла с батареи на общую плату, и там же в ней зарядка была. Вот, короче, я к этой фишечке подключил провода и поставил свою зарядку, вот. Есть фонарь. Также, когда разбирал, потерял кнопку. Ну, потерял, да потерял, ладно. Не особо страшно. В общем, чтобы ее включить камеру, надо скачать на смартфон программу. Сейчас. Вот программа, вот, пожалуйста, скачивайте QR-код, вдруг кому, если надо. U-камера или E-камера. Вот. Что тут? Ну, здесь зарядка, и когда заряжается, красный, там, синий светодиод. Ну, сейчас он у меня не работает. Значит, теперь так, кнопка включения. Фонарик, сюда камера вставляется. Здесь, когда включишь и когда Wi-Fi идет, она моргать начинает. В общем-то и все. Что тут такого? Ну, сейчас я подключу, вот, что будет на экране, когда скачаете программу. Видео идет 1280 на 720. Что тут еще вам показать? А, ну, это я понял, это к компу подключать, то есть соединяешь их вместе, их к компу подключаешь. Переведите сами. Так, это я не знаю. Вот еще характеристики. Ставьте на паузу, смотрите. В общем, камера. За 2 года я где-то, ну, раз 10 пришлось так вот примерно попользоваться. Трубы, где замурованные, приходится иногда туда. Первое, короче, применение было, смотрели радиатор в машине. Снутри где-то он подтекал. Короче, смотрели, ну, нашли. Так, это первое. Потом начали трубы замурованные там. И откуда-то течет, непонятно. Вот засовывали эту камеру. Ну, определяли. Вот будет сейчас пример там. Вот мы с Михалычем. Раструб канализационный лопнул. И лопнул сзади, главное. Как всегда, сзади. Увидите пример. Ну, сейчас я подключу, что-нибудь покажу.
Так, сейчас. Берем камеру. Подключаем. Дальше включаем. Так, чем бы нажать? О, включился. Сейчас поиск Wi-Fi будет. Wi-Fi у меня включен. Вот включился сразу фонарик. Надо его притушить. Да то и совсем выключить. Совсем выключил. Он тут не нужен. Так, ищет Wi-Fi. Заходим в Wi-Fi на телефоне. Wi-Fi. Эндоскоп. Выбираем подключить. Подключение. Так, без доступа в интернет. Подключен. Выходим. Входим. Камера. Старт. Старт. Так, все, подключилось. В общем, вот она камера. Так, сейчас по-быстрому, а то у меня кончается карта. Вот, смотрите. Вот он, череп, этот брелок. Вот, по-быстрому так. В общем, сейчас, смотрите, пример будет в работе. Здесь есть фонарь. Длинным нажатием включается фонарь. Ну, тоже годится. Длинным нажатием выключается. Вот. Выключается эта приблуда вся двумя нажатиями. Все. Выключилось. Вот дальше. Все, все понятно, да? В общем, смотрим пример работы. Ну и дальше смотрите сами. Кому понравилось, ставим лайки, покупаем, ссылка в описании. Подписываемся на канал. Всем пока. Посмотрим, что там Михалыч понамазал. Жизнь покажет, да? Все прибамбасы применяли. Вплоть до эндоскопа. Ну вот пример записи камеры. Камера пишет без звука. Значит, можно писать сразу на карту памяти, можно просто на экране смотреть. Я имею в виду на смартфон. Также можно фотографировать. Фотки сохраняются на карте памяти. Ну, что еще сказать? Камера пишет без звука. Звук, он тут бы как бы и нафиг не нужен. Вот. Ну вот, видите, он даже так вот и вдаль немножко снимает. Неплохо. Вполне можно. Вот трещина. Трещина это сзади. Ну, короче, нам не видно. Вот пришлось только вот эндоскопом туда ширяться. В общем, брать можно. Ну, если, конечно, она вам только нужна.
можно также и под диван засунуть, там, ну, в любые вот труднодоступные места посмотреть. Ну, даже можно и где-то там просверлить, там, под дверь засунуть, посмотреть, форточку в окно, там, нет ли трупа там дома или... Короче, ну, интересная вещь. Конечно, профессиональные они более интереснее, там камера сгинается, можно посмотреть назад, в бок и назад, она под 180 градусов загинается. Но здесь вот есть зеркальце. Ну, в общем, как-то так. Ладно, ссылка будет на нее в описании. Ставим лайки, кому понравилось, подписываемся на канал. В общем, всем пока.